For example, you might have a little recipe that explains how to load a CSV file in Pandas. And, you know, like, just stuff like that. And what is nice about that is that if you work through the cookbook, like if you actually type up all the code and, you know, work with it, you'll start to build up a knowledge base of sort of snippets of code and patterns of approaches to solving coding situations that you go back to over and over again as something you're comfortable with. And this should all go without saying, but it is really, really important to actually work through the code. You can't, I don't know what you would do if you just read a book on coding. I don't know if you would gain a single. I don't like it.
Когда Сталин устроил дело врачей-вредителей по национальному признаку. С тех пор академиков Большой Академии Наук у нас не сажали. То есть будет чем гордиться. Действительно, он в основе своем германист, блестящий совершенно, очень... Скажи спасибо, что называется, что тебе не обвиняют, что он студент. Совершенно верно, да. Но еще не вечер. Значит, Юрий Сергеевич очень точно, глубоко, смело всегда высказывался на темы российской истории, в частности, российской истории 20-го века. Я думаю, что здесь вот он может себя обработать, чем обработать на фигуре культуры. Потому что сначала просто не слезают. Вот 2 года сначала уцепились за пожертвования страшных проблем. Пытались ему инкриминировать. Халатность не удалось, но выпускать же тоже нельзя. Значит, если уже когда тот увяз, птичке конец, как известно, значит, решили, ладно, не удалось, пожар халатность, забыли про пожар халатность. Пусть будет глуповое мошенничество. Да. Замечательно. Это и ему теперь, насколько я знаю, он тренирует академику некоторого института с тысячами сотрудников за сколько там 10 или 10 лет. Руководство штатом полтора миллиона групповое составит что-нибудь. Это просто я стал уважать, я бы его не оскорбился, что больше, чем полтора миллиона составит преступные группы за 10 лет руководства академика не сподобился. Я с ним еще рассказывал уже частным беседам, что однокомнатная квартира, мама, которая уже квартира покойной мамы, да. Они, значит, как бы сказали, они уже слышали книги, которые он взял по абонементу. Библиотека собственного института. Ну то есть просто уже не знают, что ему пришить. Вот это есть старое жаргонное выражение, шьют дело. Но никак не пытаются из-под этого ворота обвинения. Это, на мой взгляд, абсолютно сшито белыми нитками политическое дело. И если оно результируется каким-то обвинением, а у нас оправданий, как известно, меньше 1%, если оно результируется каким-то обвинением, это будет абсолютно скандально. Я пользуюсь еще раз случаем просто выразить Юрию Сергеевичу Пивоварову свое огромное уважение. Я понимаю, что сейчас даже единственное, что я могу сегодня сделать, Юрию Сергеевичу Пивоварову, это просто отдавать гласность и публичность все эти безумные действия, которые сегодня совершают против него правоохранительными органами, что им предъявляют. Это просто безумие. Надеюсь, что ты мне как-то говоришь, что там все. Но на самом деле политические репрессии – это какой-то особый жанр. И сегодня, я не знаю, согласен ли с оценкой многих наших слушателей, что сегодня мы, по сути, являемся стоим в институте новой жизни, поскольку что как политические репрессии сегодня сопровождают наши каждые новости после выпуска дальше страны, после некрасивого. Ситуация очень острая, конечно, делает действительно похоже. Поэтому вообще у меня такое ощущение, что после 26 марта несколько изменилась атмосфера в стране. Вот в какую сторону она изменилась, как она изменилась, пока что рано, наверное, для вывода. Но что она изменилась, это так. Немножко мы в другой стране живем после 26 марта. Другой воздух, и другое настроение общества, и другое настроение власти. Все другое, все изменилось, мы видим какие-то реакции, в том числе и такие, которые
явно следует из 26 числа. Там реакции президента в том числе. Хотя он не упоминает 26 число. Ни в коем случае никто, как вы заметили с вами, не упоминает фамилию там Алексея Навального. Это вообще фамилия, запрещенная к употреблению. То есть нет большего запрета, по-моему, ни в одном федеральном средстве массовой информации большом не был упомянут по имени этот оппозиционный политик. Не был упомянут по имени. Вот просто имя не упоминать. Это совершенно очевидно, существует на этот счет достаточно жесткая рекомендация. То, что после всех этих акций протеста Путин взял Медведева и поехал в Арктику. Можно это считать как некий ответ? Думаю, да. У нас Византия же, по сути, периферия. Поэтому у нас страна символов, символических жестов. У нас мало что проговаривается битым словом, но много что показывается. И я думаю, что то, что... Что-то наземный француз. Почему наземный француз? Россия. Какая земля? Красная. Почему Франция? Почему Франция? Почему Иосифа? Что это такое? Вот с ледорубом. Значит, здесь было два, конечно, жеста красивых. Первый жест – это, значит, снова вот этот вот тандем, уже, о котором мы успели забыть, Путин-Медведев. И этим было продемонстрировано, что Медведев не сбрасывается с борта. И причем продемонстрировано это было отнюдь не Навальному. И, конечно, не тем, кто участвовал в этих акциях 26 марта, потому что им ничего вообще там не говорится. Они вне контакта, а говорится элит, что, ребята, смотрите, Медведев-то еще живой, он никуда не делся. И на следующий день, кстати, был смешной эпизод, когда Медведев, это сейчас модное слово, отчитка, знаешь что, изгнание бесов, в качестве экзорцизма называется отчитка. Вот Медведев отчитал Ткачева, изгнал беса из Ткачева, значит, рекомендовал ему засовывать разные места будильник, и это было действительно очень грозно, потому что Ткачев, видимо, не следил за тем, что происходило на земле Франции. А надо было бы последить. Он все больше, наверное, в своих латифундиях там, значит, где-то. Что правильно, конечно, министр сельского хозяйства. А надо было про землю Франца Иосифа не забывать. Они там были двое. А он подумал, что Медведева больше нет. И не пришел к нему на заседание. И Медведев ему сделал отчитку. Вот, это было забавно. А второй это ледоруб, конечно. Давайте оперемся на парню перемен. Реклама! Пенсия может работать на вас. Воспользуйтесь этим. Просто оформите полностью.